С азартом на пути к профессии педагога. В Купаловском вузе стартовал профильный оздоровительный лагерь «Учитель Next». Его участниками в этом году стали десятиклассники Волковысской средней школы номер 7. Восьмой год в университете имени Янки Купалы готовят будущих абитуриентов со школьной скамьи. Ребята не только знакомятся с педагогами и системой образования в вузе, но и получают новые знания, проходят всевозможные тесты на профилизацию, узнают больше о специальностях и много общаются со студентами. То есть полностью погружаются в университетские будни, чтобы иметь возможность подойти к выбору будущей профессии осознанно и целенаправленно. Это бренд Купаловского университета, люди понимают это, люди ценят это, и люди, ну, наверное, с ответственностью к этому тоже относятся. Вы знаете, когда они потом поступают к нам, они с гордостью говорят: а вот мы были у вас здесь в профильном лагере. Ну, я уже не говорю про те обнимашки, когда они встречают преподавателей, которые с ними работали в лагере, и с радостью говорят, что теперь мы ваши студенты. Залог успешной учебы – баланс. Упорные занятия в совокупности с многочисленными развлекательными игровыми элементами повышают усвоение знаний. А потому программа лагеря предполагает множество активностей, в том числе прогулок, квизов и, как рассказывают организаторы, даже условных контрольных работ по математике, русскому и белорусскому языкам. Экскурсия была по университету, рассказали про бывших ректоров, про ректоров, деканов, показали многие картины, рассказали вообще, что происходит в этом университете, и поэтому, возможно, после окончания 11 класса захочется вернуться именно сюда. И хотя лагерь для старшеклассников только стартовал, многие из них уже готовы делиться своими яркими впечатлениями от университета и в целом от Гродно, которых к концу смены станет, безусловно, еще больше. Я еще на 100% не определилась именно с специализацией своей профессии, но я думаю, что буду поступать в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, потому что здесь, ну, я уже знаю этот университет, общалась с преподавателями, с студентами, и очень нравится атмосфера университета. И я бы, наверное, хотела поступить на факультет математики и информатики. Лагерь «Учитель Next» помогает еще больше определиться с направленностью, куда хочешь поступить, если кто-то еще не определился. Помогает расширить кругозор профессий. Я с детства хотел быть учителем, работать с детьми. У меня есть младшие братья с сестрами. Тоже привык.